Саламы, дорогие! Сегодняшний наш гость хотел поиграть на чувствах ностальгии 90-х, наследие проектов, которые уже по праву считаются классикой. Разработчики обещали динамичный хардкор-шутер от первого лица, но так ли все получилось на самом деле? Встречайте, Dread Templar. Релиз января 23 года, скриншоты которые выглядят достаточно сочно, интересно и вызывают желание опробовать. Разработчик-одиночка вкладывал свое время и интеллектуальный труд целых 3 года для того, чтобы получилось следующее. Наш герой в детстве становится свидетелем смерти дедушки от рук демонов. Некоторое время спустя нас находит некий владыка и предлагает стать зловещим тамплиером, воплощением кошмаров нечисти. Соглашаемся и теперь отправляемся в темные миры для уничтожения демонов. Вот и все, ни более, ни менее. Каких-то катсценок, вставок по мере игры можно не ждать. Единственный момент, когда вас погружают в лор, это прогрузка между главами. Их тут всего 5, которые разбиты на также 5 эпизодов. Итого имеем 25 локаций, которые, честно, особо друг от друга не отличаются. Сразу хочу сказать, что у меня не хватило сил и терпения пройти игру до конца. Я честно пытался. Когда игровой процесс уже надоедал, то я прерывался на другие проекты, ждал часы, а то и дни перед повторным запуском. Но все повторялось вновь. Игра не то чтобы не может удержать внимание и интерес игрока, она даже и не пытается. И вот почему. Первое, что мы встречаем, это визуал. Да, нам обещали сведения Old School. Мы их получаем в первые минуты. Незамысловатые уровни с секретами, проходами, ключами, дверьми, разносом по разному уровню высоты препятствиями, и все это с достаточно шокального качества текстурки. Хорошо, я согласен, что глаз привыкает, пока ты втягиваешься в игровой процесс. Анимации взрывов, полеты снарядов, касты магии — все какое-то странное. Воспринимается как что-то обыденное и простое, без вау-эффекта, ну и не совсем уж плохо. На самом деле визуал — это последнее, что я бы стал ругать в такой игре. Разработчик добавил возможность менять цвета отображения игры. Зачем? Потому что мог. Более я никак не могу объяснить это издевательство над глазами. Второе — это боевая система. Она ужасна. Просто отвратительна. На первых порах ты слегка ощущаешь динамику предстоящих битв. Ждешь, когда начнется замес, и можно будет по полной использовать весь свой скилл у воротов с качеством аима по демонам. Но серьезно, вся боевка сводится к простому заливанию мобов свинцом. Как-то изящно использовать увороты в бою просто нецелесообразно. Да, против обычных врагов какой-то профит в этом может быть, но битвы с боссами — это реально самый скучный момент во всем игровом процессе. Да-да, в динамичном шутере от первого лица мне было интереснее искать секреты, какие-то проходы и изучать, как влияют улучшения, чем драться с боссами. Добавили они много оружия, причем по 2 вариации на некоторые типы вооружения, как пистолеты и дробовики. Но опять же, смысла в этом я не увидел. Разнообразие по дамагу-то есть, но в целом все упирается в ваш боезапас, который очень быстро пустеет. В битвах с боссами так вообще патроны не падают или не лежат на локации, которая, к слову, ограничена почти всегда мелким кругом. Есть оружие ближнего боя, которое можно превратить в одиночный бросок на дистанцию с определенным откатом. Но если в похожих играх было весело рубить болванчиков холодным оружием, то тут это максимально криво и незрелищно. Добавили ачивку на использование метания катаны, видимо, чтобы хоть как-то заставить игроков пользоваться этим бесполезным предметом. Смена оружия мгновенно, без какого-то либо КД. Свапай туда-сюда, и вот тебе бесконечный дождь из пуль. Ну и если вернуться к битвам с боссами, то все просто. Бегайте по часовой стрелке или против нее по арене и стреляете. Ну и еще иногда нужно следить за тем, что и как босс кастует. Все отображается на полу, так что дамага будет минимум. Очень интересные битвы. Хочется повторять еще и еще, что разработчик и сделал в конце каждой главы. По статистике получения ачивок за боссов я делаю вывод, что только треть всех игроков была удержана таким геймплеем до конца первой главы. Вторую же прошла всего 5-я часть, а третью всего 8%. Третий момент — музыкальная и звуковая составляющая. Поначалу я радовался интересной по звучанию тяжелой музыки, но когда она начала повторяться снова и снова и снова на протяжении каждой локации, независимо от смены фаз боя, перемещения или же характера битв, то я перестал получать удовольствие и от этого. В итоге абсолютно все саундтреки приелись уже после первой главы, а музыка из меню просто начала бесить. По звукам стрельбы и оформлению действий в целом претензий нет. Обычные даже слишком, просто не обращаешь внимания.
В-четвертых, надо рассказать про прокачку, умения и их влияние на игровой процесс. Продвигаясь по локациям, находя секреты и скрытые зоны, вы будете находить красные кристаллы. Они часто также залегают рядом с рунами, которые нам-то и будут давать улучшения как персонажа, так и оружия. Так вот, собрав достаточное количество кристаллов, идем к алтарю. Открываем от 1 до 3 ячеек под руны для каждого типа оружия и персонажа. Руны могут быть разного уровня грейда, поэтому чем выше уровень, тем сильнее улучшение. Позволяет нам убрать перезарядку магазинов, увеличить урон, боезапас, скорость восстановления, время действия умений, различные вариации стрельбы и тому подобное. Можно было бы перечислить их все, но я не вижу в этом смысла. Почему? Да все по той же причине, что тут это не принесет какого-то сильного профита, так как все по-прежнему зависит от того, сколько вы вкинете свинца в тушку врага. Не исключаю того, что в четвертой главе могло все поменяться, но анализируя пройденный до этого, не думаю. Вся игра есть повторение одного и того же действия много-много раз. Давненько не вспоминали о безумии, да? Пятый момент. Вообще никак не изменяются болванчики от локации к локации. Все одно и то же. Меняется цвет модельки, количество, но не качество. Убивать их неинтересно, нового они ничего не делают при этом, а значит реально все прохождение игры можно свести к простому забегу без убийств, чтобы появился хоть какой-то челлендж. Ачивка за это имеется, кстати. Как по итогу могу сказать только, что это унылый, скучный и неинтересный шутер без изюминки, хотя ее тут пытались впихнуть, а-ля замедление времени. Но это тот же функционал, который был сделан просто для того, чтобы было. Однообразно, максимально нединамично, очень плохо. Full прайс стандартный для индюх, а по скидке так вообще 2 бакса, так что буду считать, что инвестировал средства не в получение удовольствия от времени в игре, а в разработчика. Пусть сделает нужные выводы и примет критику от игроков достойно. Если у вас так случилось, что совсем не во что играть, то даже так не советую. В качестве расширения кругозора и оценки трудов соло-разработчиков можно. Такие вот дела. А на этом на сегодня все. Как обычно, пожелаю играть только в хорошие игры, поддерживать разработчиков не только покупками, но и обратной связью. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, впереди еще много всего интересного. Всех обнял, приподнял, до новых встреч!